Здравствуйте, дорогие друзья! Я всех приветствую, очень рада всем, кто к нам присоединяется. Думаю, что, надеюсь, что у всех прекрасное настроение, воскресенье. У кого-то оно уже заканчивается, у кого-то только началось. Лето вообще прекрасная пора, я очень люблю лето. Пока вы к нам присоединяетесь, скажите мне, пожалуйста, напишите, как слышно. Приветствую, Наталья, очень приятно. Как слышно? Пока вы к нам присоединяетесь. Надеюсь, что слышно все хорошо. Да. Хочу вам предложить вашему вниманию, чтобы у вас появилось ощущение настроения того места, куда мы с вами, к тому месту мы с вами присоединяемся. Вот, посмотрите, как это все замечательно. Это то, что сейчас, поэтому людей мало. Ну, то есть во время пандемии. Было у вас немножко состояние понимания этого места. Там вот люди сидят сейчас очень раздельно, там с расстоянием, но когда это было раньше, до того, как всяких локдаунов, люди сидели просто вот по много-много людей вплотную на скамейке, и не было мест просто, чтобы отодвинуться. Хотя хотелось бы сидеть посвободнее, но это вполне возможно, потому что очень-очень многие желающих прийти на медитацию. Ну что ж, мы с вами тогда, не теряя времени сегодня, давайте начинаем расслабляться. Начинаем дышать. Глубоко, чтобы расслабиться. Сейчас я вам покажу этого, в принципе, человека, которого, под руководством которого была открыта касса. Ну, он, его зовут Игнацио де Лойола. Это
про человека, этого спирита скорее слушал Джан, когда ему сказали открыть кассу. И именно его именем названа касса. Касса доминации Долайола. Ну что ж, глаза закрываем и начинаем дышать. Глубокий вдох и выдох. Еще один глубокий вдох и выдох. Расслабляются руки. Ноги стоят на полу, на земле. Не забываем заземлиться. Просто чувствуем, как веревка, цепь, что угодно, луч уходит в землю. Просто прикрепляется к земле, к центру земли. Из вашей первой чакры. Полностью расслаблены руки. Они лежат на коленях, желательно ладошками вверх, чтобы принимать и отправлять энергию. Полностью расслаблена грудная клетка. Начинаем дышать глубоко, желательно животом. Освобождать свой ум от всяких ненужных мыслей, вообще от разных мыслей, от всех мыслей. Поэтому дышим, расслабляется шея, полностью расслаблена голова, лицо, щеки, расслабляем лоб, подбородок, расслабляем нос и губы. Физическое тело полностью расслаблено. Мы медленно уплываем. Туда ждет радость, счастье, очищение и омоложение. We call in the mysteries of light. We are here in the service of love. And to assist us in creating more love, peace, and abundance on this earthly plane. We invite in the medium Joao, the entities of Casa Dominatio de Loyola, Dr. Augusto de Almeida, Dr. Oswaldo Cruz, Dr. Valdivina, Francisco Xavier, King Solomon, Master Jesus, Mother Mary, the Ascended Masters, Metatron, Sandalphon, Lord Buddha, Sai Baba, the Great White Brotherhood, and the Archangels Michael, Gabriel, Uriel, Raphael, and our guardian angels to guide us and provide clarity and direction. Полностью расслаблено тело. Мы поддерживаем всех, кто с нами сегодня. Направляем энергию на те места, где нужно излечение. Боже, Отец наш всесильный и сама доброта, дай стойкость тем, кто проходит через страдания. Дай свет тем, кто ищет правды. И наполни человеческие сердца сопереживанием и милосердием. Боже, дай путеводную звезду путешественнику, успокоение страждущему и отдых больному. Отец, дай раскаяние для виновных и правду для духа. Проводника для ребенка и отца для сироты. Всевышний, пусть Твоя доброта
распространится на все, что ты создал. Пощади, Всевышний, тех, кто не познал тебя, и дай надежду страждущим. Да пусть твоя доброта позволит духам успокоения распространить мир, надежду и веру повсюду. Боже, луч света и искра твоей любви может зажечь землю. Давайте напьемся из этих фонтанов бесконечной и полной доброты. Да высохнут все слезы, да утихнет боль. И каждое сердце, каждая мысль взлетит к тебе, как возглас любви и благодарности. Как Мозес на горе, мы ждем тебя с распростертыми руками. О, доброта! О, красота! О, совершенство! Мы стремимся быть достойными твоей пощады. Боже, дай нам силу для развития, чтобы однажды возвыситься до тебя. Дай нам помощь, дай нам веру, дай нам разум. И более всего, дай нам простоту и покаяние, которые сделают из наших душ зеркало, достойное твоего святого отражения. И я меняю одеяние, в новый светлый день вступаю. Ясным солнцем понимания все повсюду озаряя. Свет, я есть вовне, внутри. Свет, я есть вокруг горит. Наполни, очисти, освободи. Прославь, запечатай, исцели. Яви меня преображенным. Я есть сияющий, как сын. Я есть сияющий, как солнце. Я есть присутствие благое. Света столбом опечатай меня, светом, что вызванным именем Божьим, из вознесенных агвы владык огня. Пусть мой храм он всегда хранит от разлада, что послан мне. Желание спалить и обратить я призываю в фиолетовом огне. Буду во имя свободы взывать. И тогда я смогу этим пламенем стать. Фиолетовый огонь. Огонь фиолетовый в сердце пылай, любовью божественной ярко сияй. Ты милосердие истинное вечно. Да буду созвучен тебе бесконечно. Я есть свет, Христос во мне. Гори всегда в моем уме, огонь фиолетовый ярко пылай, ум мой навеки освобождай. Боже, податель насущного хлеба, ум мой наполни огнем фиолетовым, чтобы в сиянии твоем небесном стал мой разум разумом света. Я есть неустанная
Божья десница, вечно тружусь, чтоб победы добиться. Великая радость для чистой души. Путь срединный смиренно вершить. А теперь руку на сердце, буквально пару минуточек. Откройте свое сердце, прислушайтесь к биению. Примите любовь вашего сердца для себя и для окружающих. А теперь мы с вами отправляемся на водопад. Для великолепного омовения. И давайте попробуем сегодня идти на этот водопад, как дети. Во всех нас живет внутренний ребенок. И этого ребенка надо постоянно поддерживать. Представьте, как дети, они же не ходят пешком, они прыгают, бегают. Они не могут стоять на месте, и им все время радостно. Потому что у них нет тех тревожных мыслей, которые есть у взрослых. И вы не просто идете, вы в припрыжку бежите на великолепный водопад. А вокруг поют птицы, светит солнце, и дети радуются. Радуются солнцу, потому что они находятся на улице, в великолепном настроении. Подбегают к водопаду, радуются тому, что они сейчас могут окунуться в воду. Дети обожают воду. И вот в этом настроении мы подходим к калитке. Ребенок просто говорит спасибо всем тем, кто дал возможность окунуться, постоять под родниковой водой и испытать радость. Просто еще раз испытать радость и счастье. Открываем калитку, подходим к первому мостику, а я отпускаю свое прошлое, все плохое и все хорошее. И я прощаю боль и слезы, я забываю невзгоды и грозы, я открываюсь всему настоящему, только хорошему, только прекрасному. И так как у ребенка нету
прошлого, которое он помнит. Мы очень легко прощаем себя и прощаем всех окружающих. Просто из-за того, что мы такое намерение для себя сегодня придумали. Отпустить все. Просто принять и отпустить. Двигаемся дальше. Перед нами второй мостик. И я открыт всему настоящему, только хорошему, только прекрасному. А радуюсь солнцу, радуюсь дождику, я принимаю все, что Всевышним послано. Солнышко проникает через теменную чакру и попадает в желудок. Представьте себе, что в вашем желудке вращается шар золотого цвета. И к нему из всех клеточек вашего тела стягиваются впечатления и эмоции, которые можно назвать плотностью. Все то, что заставляет вас внутренне сжиматься. Они попадают в желудок, в золотой шар света. И сами превращаются в свет. Свет, который разливается по вашему телу, неся радость и новые силы. Соберите в этом шарике все эмоции, все впечатления. И превратите их в свет. Свет энергии. А теперь двигаемся дальше. Перед нами третий мостик. Нашего настоящего. И здесь мы можем манифестировать, рисовать себе любые картинки и чувствовать энергию, как будто все уже случилось, все уже совершилось. У нас есть все то, что мы себе нарисовали. Боже, дай мне ума и силы понять и принять все то, что ты делаешь для меня в этой жизни. Ну а теперь, дорогие, перед нами великолепный водопад. И каждый из нас сейчас почувствует себя ребенком, которым радостно быть под холодной, сильнейшей струей воды. И так как дети все-таки в большинстве своем не знают и не понимают, больны они или здоровы, мы чувствуем себя здоровыми. У нас нет никаких болезней. Наше тело молодое и здоровое. А сейчас оно станет еще более молодым, еще более здоровым. Каждая клеточка почувствует каплю холодной воды. Каждую каплю холодной воды, которая остается на теле. Она такая прекрасная. Каждая капля, мы ценим ее, благодарим за нее, радуемся ей. Выходим из-под струи воды, глубокий вдох, выдох, улыбаемся, улыбаемся. Плохого нету ничего плохого. Нету ничего хорошего. Все просто спокойно, радостно, счастье, радость, успокоение. А кому нужно выдать какие-то эмоции, можно заплакать,
Можно закричать. Но в основном дети испытывают эмоцию радости. Особенно, когда они рядом с водой. Еще раз становимся по струе воды. И еще раз, как маленький ребенок, плещемся в ней. Тело молодое, здоровое. Представьте свое сильнейшее, крепкое, здоровое тело и здоровые все утренние и внутренние органы. Вода омывает вас внутри и снаружи, очищает, дает бодрость, вымывает все ненужное. Выходим из построя воды, глубокий вдох, глубокий выдох. Еще раз вдох, выдох. И последний, третий раз. Мы спадаемся под струю воды. Очищаем. Помогаем нашим близким. Берем их с собой. Берем наши улицы. Еще больше расширяемся. Города. Еще больше расширяемся. Страны. Континенты. И вот уже весь земной шар находится под водой. А мы, как маленькие дети, беремся за руки и устраиваем хоровод вокруг нашей великолепной планеты Земля. И мы видим цветущие сады, очищенные океаны, моря, реки, великолепного цвета, яркого, синего, морской волны. Цветут сады, поля, посеянные злаками, дают много, большой урожай. Мы просим дождь. Где-то сейчас очень нужен дождь. Возможно, там засуха. Мы направляем свои усилия на то, чтобы пошел дождь там, где он нужен. Засветило солнце, дало свое тепло там, где оно нужно. А мы, как дети, кружим вокруг Матушки Земли, вокруг земного шара, и поем ей великолепную песню. Все вокруг преображается, все вокруг радуется. А мы радуемся все вместе. Миру, спокойствию, преображению, великолепию. Поют птицы, цветут сады. Во всем мире радостно и прекрасно. И в этом состоянии радости и счастья медленно возвращаемся в свои комнаты, дома, очень медленно и очень спокойно.
Если хотите остаться в этом состоянии, оставайтесь. Продолжите медитацию самостоятельно. Я благодарю всех, кто был с нами. И на этом я с вами прощаюсь. Я благодарю вас за комментарии. Они всегда очень помогают. Если есть какие-то советы, рекомендации, пожелания, с удовольствием к ним прислушаюсь. Спасибо, дорогие друзья. Хорошего всем дня, вечера, ночи. До следующих встреч. Далеко не уходите. У нас сейчас Ольга Викторовна буквально через полчасика. С очень интересными рекомендациями о том, как строить свои намерения. Плакать хочется, значит, надо плакать. Не сдерживайте свои эмоции, особенно после медитации. Иногда нам хочется плакать от счастья. Такое тоже бывает. Спасибо всем, друзья. Вы знаете, что мы все вместе. Чем нас больше, тем лучше. Нам помогает коллективная энергия. И я надеюсь, что она у вас у всех очень благостная и только направленная на добро. Всем спасибо от души. Благодарю. Пока-пока.